Начнем с происшествий. О краже телефона в дежурную часть МУ МВД Мытищинская заявила 53-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что положила смартфон на скамейку в парке и ненадолго отвлеклась, а после заметила пропажу имущества. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей. Сотрудники полиции доставили предполагаемого злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 31-летний житель Калужской области. Установлено, что злоумышленник похитил телефон, который потерпевший оставил на лавке возле одного из домов на улице Третья Крестьянская. Похищенное имущество возвращено заявительнице. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления Межмуниципального управления МВД России Мытищинская возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.